В Буйнакском районе сотрудник вневедомственной охраны управления Росгвардии по Республике Дагестан, старший сержант полиции Ибрагим Джаватханов встретился с детьми, отдыхающими в лагере «Патриот». Отметим, что прошел визит в рамках акции «Каникулы с Росгвардией». Началась дружеская встреча, зарядки и мастер-класса по боксу. Вскоре росгвардеец показал порядок сборки и разборки автомата Калашникова, а также дал ребятам самостоятельно собрать макет оружия. В завершение встречи Ибрагим Джаватханов рассказал о своей истории и о том, как он выбрал именно этот путь. Немного поделился фактами своей работы, а также рассказал, какие задачи выполняют сотрудники Росгвардии. Кроме того, он также ответил на все интересующие вопросы детей.